Друзья, всем огромный привет. Сломался мне вот такой вот надфиль. Вроде бы выкинуть надо, а выкинуть жалко. Ну вот решил с него сделать полезную самоделку для мастерской. Сталь здесь хорошая. Ну, я так понимаю, что она закаленная. Я не знаю, сколько единиц. Ну вот, допустим, видно, да, по стеклу режет. Ну, то есть не меньше 45 единиц, наверное, точно закалка есть. Так что давайте сделаем с него хорошую самоделочку. Вам всем приятного просмотра. Делается все очень быстро и очень просто. Сразу берем с вами шуруповерт. Зажали. Переходим к гриндеру и производим заточку. Буду использовать водичку, чтобы наш металл не перегреть и не ослабить. На выходе получаем вот такую вот. И теперь при помощи наждачной бумаги отшлифуем. По итогу имеем вот такую вот красоту. Да, я думаю, конечно, немножко я его подопустил. Сейчас проверим. Давайте вот так вот. Ну так, да, немножечко есть, конечно. Ну, слишком хрупкий тоже мне он не нужен. Здесь уже заводствовочка такая. Мы как раз это вклеим потом. Решил немножко потакарить. Давным-давно достал станок, уже ржавчиной аж покрылся. Сюда поставил кусочек ясеня. Это от предыдущего проекта обрезок. Сейчас будем с ним работать. Получилась вот такая вот ручка. Я ее делал под свою руку. Мне так она удобна. То есть вот удобно ложиться. Пальчиком можно упереться. То есть вот так, вот так. Ну, очень удобно. Теперь берем сверлышко на 5 мм. И будем сейчас делать отверстие по центру. Сейчас на быструю руку сами сделаем клей. Это ацетон. Пластиковый стаканчик чуть-чуть налили. Берем пенопласт. Сейчас нас кусочек утрамбуем туда. Все. Берем нашу ручку. Я немножко он скотчем замотал, чтобы клей не попал у нас. И туда хорошенько набиваем. Этот меч вляем вот так вот. Сейчас дадим немножко подсохнуть. Вот так она подсыхает, получается такой типа пластика. Убираем скотч. Сейчас нанесем еще воска. Используя, конечно, не воск, а вот такую вот живую кору. Здесь вот состав, умягчитель, смола сосновая, терпентиновое масло. Но мне очень нравится, как она наносится и хорошо пропитывает дерево. Такая она, вот видите, такого состава. И оно прям потом хорошо впитывается. Если еще феном подогреть, то вообще круто получается. Так, вот жирненько нанес. И теперь при помощи строительного фена нагреваю. Дерево нагревается и хорошо впитывает в себя.
Теперь берем тряпочку и хорошо насухо вытираем. Получается вот такая красота. Ручка не липкая. Она потом остается такой же, остается цвет. Вот такая вот красотища. Вот, например, возьмем кусочек ясеня. Просто вот легкое нажатие. Все, у нас осталось отверстие. То есть можем как подсверление использовать. Можно чертить. Но это дерево, да? Сейчас попробуем на металле. Вот кусок металла, но это на краске, да, как бы. На краске-то понятно, что будет хорошо чертить. Как видите, прям кончик так и остался. Ну вот профильная труба, да, чтобы было лучше наглядно видно. То есть вон какая полоса. Причем она хорошо углубляется. Ну также я думаю, что можно вот так даже прям при помощи руки. Он у нас сразу... как керн использовать, и ничего нашему кончику не случилось. Давайте при помощи молоточка стукнем. Видите, все четко. Так что, друзья, вот такое у нас универсальное шило сегодня получилось. Делается легко и просто. Хотите покупать, скажете купить, покупайте, проблем нету. Скажете выкинуть, выкидывайте, проблем нету. Я просто показал, что я сделал своими руками. Показал это вам. А кому понравилось, тот тому понравилось. Если понравилось, ставьте палец вверх, пишите ваше мнение. Вам же всем крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока.